Как много прошло времени с тех пор, когда ты в последний раз будила меня, мама. Как давно я не ел пищу, приготовленную твоими теплыми и нежными руками. Как же давно я не целовал тебя. Сейчас ты живешь на этом месте. Уже никто не приходит к нам, спрашивая о тебе. Как обычно, я пришел навестить тебя, рассказать тебе о своих переживаниях, ошибках прошлого, печалях и сожалениях. Но ты молчишь мне в ответ. Твоя смерть для меня как наказание за мои поступки. Лишь после твоей смерти я осознал, как же ты была добра ко мне. Но как же я был несправедлив к тебе. И эта душевная рана не дает мне покоя, мама. Ты старалась изо всех сил в надежде, что мы станем достойными людьми. Не будем хуже остальных. Почему же мы не ценили это, пока эта страшная болезнь не охватила тебя? Я не забуду, как я хлопал дверью за собой, когда был лишь немного недоволен. Лучше бы я умер, чем хотя бы один раз огорчил тебя своим поведением. Ведь что бы я ни делал, твое милосердное сердце простило бы мне все. Лучше бы я умер 10 раз, чем один раз огорчил бы твое милосердное сердце, 1000 раз простившее меня. И вот сегодня я снова глажу землю на твоей могиле, а в сердце боль. Как же мне больно, но как поздно я об этом сожалею. Я знаю, что ты меня простила, мама, но я сам себя не простил. Я никогда не прощу себе этого. Ты ушла, вкусив сложную жизнь. Я же не успел попросить у тебя прощения. Прости же меня, мама. И ты всегда умела это делать.